смотрят название Magic Henry. Давайте мы разберемся, что это за PlayStation Build и что он из себя представляет, то есть чем его едят. На связи Майнинг Продаж 764, сегодня мы будем играть в слитый билд Where's Jake and Jay. Меня попросил сам Джейк поиграть в него, так что давайте разберемся, из чего он на себя представляет. Итак, сейчас мы будем разбирать ситуацию. Вот это вот, Боярс, это уже поинтереснее, ведь мы играем против... Джейка! Что там лагает? Это потому что мой ноутбук, походу, не тянет. А тут сразу выбирается персонаж гениальный. Ну стоп, это вторая песня нашего Джейка. И опять тут будет выбор персонажей. Рубикс, это уже про Джейка из Робокса. Робоксинг. Вторая песня Кубика. Тут у нас уже как-то, ну, уже имба. Ну давайте вот его. Там какой-то вкус. Скуф с иконкой Бамби. Опять Christmas Boyfriend. Это не скуф, а музыка выбора персонажа. Мне не надо такого. Посмотрим на звоник. Гоу 5-5-5-8. Ой, не-не-не. И последняя песня Дистопия. Ну давайте посмотрим. Вот это вот смело устроено, кстати. Ну да, если чего сделал первую версию, а Джейк решил переделать. Ну и вот пока что это весь PlayStation билд. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду Джейка в комментариях. Всем удачи и всем пока.